Снег завтра днем, 0 градусов и небольшой снег. «100% хоккея» с Владимиром Дегтяревым. Всем привет, всем добрый вечер. Вы на волнах Sport.fm. Это программа «100% хоккея». И, друзья мои, давайте сразу отправимся в Магнитогорск, где Дарья Миронова внимательнейшим образом наблюдает за серией между командами «Металлург», «Магнитогорск», «Салават», «Юлаев». Дарья, добрый тебе вечер. У тебя там 7-й час уже. Добрый вечер, Володя, все радиослушатели. Несмотря на то, что вечер, на самом деле сегодня очень солнечно. В Магнитогорске приглашаю всех приехать. А, Дарья, чувствуется, что весна, как в Москве, не знаю. Ты поужинала? Нет, я пообедала. Ужин, наверное, будет уже ближе к хоккею. Хорошо, хорошо. Ну, давай рассказывай, вот как же докатились эти две команды вчера до такой жизни, аж почти 90 минут чистого времени провели на площадке. Ну, почему докатились? Наверное, это хорошо для нас всех, с одной стороны, потому что чем больше хоккея, тем лучше. С другой стороны, я уже по себе знаю, овертайм – это страшная вещь, потому что уже после 60 минут, ну, это, грубо говоря, 60 гораздо больше, а ноги, на самом деле, отнимаются, потому что становится холодно. Поэтому я знаю, что овертайм для журналиста – это страх. Это кроме шуток. Ну, а если серьезно, я вот сегодня, наверное, проснулась и сначала начала смотреть прессу, что пишут, что говорят. Очень много, кстати, здесь журналистов и наших московских, то есть серию вещают по полной. Кстати, молодцы опять уфимские журналисты, телевидение из Уфы приехало, то есть команды, как я вот уже выделяла по ходу серии, что просто мощнейшее освещение команды и жизни команды происходит со стороны уфимских телевизионщиков и печатных журналистов. Ну и что пишут? Ну, так вот, Володя, да, давай. Простите, я перебью историю. Почему? Открываю я прессу, естественно, начинается вроде как у нас заварушка по судейству. Я вот могу только сказать одно, и мне кажется, вот этот скандал, который пытаются нарезать вокруг Батыршина, его вообще нужно закрыть. А, конечно, защитнику «Магнитки» Рафаэлю Батыршину очень легко прицепиться, потому что так уж получалось, что до плей-офф у него были дисквалификации, грубая игра. И теперь он просто как, ну, в кавычках скажу, жертва того, что сейчас на него пытаются повесить. Нестеров, в свою очередь, скажу, известный в хоккейном мире симулянт. И то, что вчера произошло, отлично сам Величкин описал. И опять, если вы посмотрите повтор, здесь, знаете, никакой нет у меня страха. Магнитогорск нет. Посмотрите повтор. Защитник просто играет. Если бы Нестеров по-другому оказался в позиции, нормально бы сыграл, а не пытался сам броситься на колени к Батыршину и подставить его, ситуация была бы игровая. Батыршин просто бы его пихал в спину. Вот и все. Ну, в принципе, да. На самом деле ничего там такого страшного не произошло. И я думаю, так уже... В принципе, я вот сейчас смотрю, и Вайсфельд написал, что ничего не будем, никаких скандалов никто не раздувает, будем играть второй матч. Но вот с другой стороны, я, ты знаешь, вот Игоря Владимировича Захаркина достаточно давно знаю, но вот таким нервным, таким вот кричащим я его редко-редко когда видел именно вот в хоккейных матчах. Но вот вчера Игорь Владимирович Захаркин постоянно, как мне показалось, да, предъявлял какие-то претензии и к арбитрам в том числе. И, в общем-то, апеллировал и призывал их работать лучше. Вот по этому поводу, как там по трибунам помещения, все потом тихо, спокойно было? Нет, ну, опять, это плей-офф, я уже сама по ходу всех этих дней, недель знаю, что эмоции зашкаливают у всех абсолютно. Бывало, наверное, у меня на первых порах, сейчас я уже более спокойно на все реагирую. Да, многие журналисты вчера сказали, что ни разу в жизни не видели, наверное, Захаркина вот таким. Он же обычно собладает собой спокойно, но и вроде как всегда говорит грамотно. Но вот вспомни опять серию с Акбарсом. После того, как я сказала, там просто что по факту опять здесь нет никакого личного мнения. Захаркин проявлял какие-то негативные эмоции, там, не знаю, была негативная адресация в мою сторону, хотя еще раз повторю, я говорила только по факту. Вчера более открыто это увидели многие другие люди. Опять плыву, эмоции за... Да, наверное, нужно отдать должное, что он
очень уверенно держится, спокойно. Я не знаю, что здесь все-таки сказывается. То, что у него в генах где-то все-таки заложено, вот это тренерское. То ли человек на самом деле настолько уверен в себе, но у него все под контролем, все спокойно, да. Но со стороны Слатилаева, опять, люди ведь устали. У них, с одной стороны, да, здорово, они в игровом тонусе. С другой стороны, конечно, у них даже не было вот этой нервной разгрузки. Парни играют и играют, в том числе и тренеры. Конечно, с одной стороны, нужно бы отдохнуть, но с другой стороны, это плей-офф. Как ты думаешь, матч номер 2, да, и вот вчера Захаркин сказал, что успеем или не успеем мы восстановиться, успеем ли мы там что-либо поменять в своей игре, вы увидите в матче номер 2. Как ты думаешь, а вот что мы вправе ожидать от этого матча номер 2? Ну, слушай, сначала давай все-таки остановимся на матче номер 1, потому что похвалим Кайгородова, который после интервью спустя 70 игры... 74 игры наконец-то забросил шайбу, молодчик. А что касается Семина, опять, уже не только, естественно, я-то вообще маленькая пташка, но я имею в виду, что уже многие люди замечают, что Семин всегда бросает ближний угол. Вратарь по ходу матча уже даже не садится, потому что он знает, зачем ему напрягаться, Семин будет бросать свой ближний угол. Похвалю своего мужа не потому, что он хоккеист и эксперт, а потому что вот даже в первую игру серии ЦСКА «СКА» все говорили, что разрыв будет в одну шайбу. Вот он мне сказал в три. Вчера то же самое. По ходу встречи уже просто в перерыве мы пообщались, и он мне говорит, будет овертайм, да, и разрешит исход встречи Мазякин. И он это сделал. Это я тоже, наверное, хвалю Мазякина. Потом по ходу встречи мне просто тоже какой интересный перелом был, что именно уже к концовке третьего периода мы действительно стали видеть дуэль вратарей. И я знаю, что есть люди, которые скептически относились к Светбергу весь сезон. Я среди тех, кто его хвалил, потому что из всех легионеров вратарей это из немногих людей, который действительно старался, пытался въехать в наш хоккей. Он тащит. И вчера он это показывал, что вот благодаря тому, что у нас опять было 2 овертайма, он пытался помочь своей команде, это все-таки заслуга Светберга. И парню тяжело, он когда приезжает на скамейку, он бедненький, весь синий. То есть, человек действительно играет всем своим здоровьем. Ну, в принципе... А, похвалим Умарка еще как-то, я забыла. Помнишь, мы вчера обсуждали перед матчем, Мазякин, он продолжил свою очковую серию, в смысле набирает очки, а Умарк вроде как у него был... небольшой заплыв. А теперь вчера вот легионеры молодцы, практически все отличились. Ну, в общем-то, да. Мог и Николай... Я тебя подготовила ко второму матчу. Что ждать от него? Я не знаю. Мне кажется, страсти не утихнут. Все только будет больше развиваться, честное слово. Я просто вижу уже эмоциональный накал из того, что я вижу, происходит, да, слушаю своих коллег. Ну, это финал конференции, все, здесь будет все больше и больше захватывать эмоции, будет больше борьбы. Да, действительно, вот хотя Николай Прохоркин ведь тоже имел возможность завершить все еще и в первом овертайме, да, помнишь, в самой концовочке. Сильно ли был Прохоркин расстроен, видела его, нет? Я видела после матча, как он общался с экспертом Алексеем Бузюковым, там он как раз рассказывал что-то об этом моменте, но настроение было хорошее. Ну, потому что все еще продолжается. Да, упустил он свою возможность, так же, как вот и у Лисина был такой не очень приятный момент. Мог забросить, но не получилось. Но нельзя на этом концентрироваться. Вот действительно сейчас главное восстановить. Насколько я знаю, у Магнитки сегодня была, нельзя сказать, тренировка, по желанию. То есть тот, кто чувствовал, что нужно держать себя в форме, покатался, кто-то отдыхал, кто-то в зале занимался. Понятно. Даш, тебе огромное спасибо. Ждем завтрашнего матча, ждем матч номер 2. На связи с нами была Дарья Миронова, которая сейчас находится в Магнитогорске и внимательным образом наблюдает за серией между командами «Металлург Магнитогорск» «Салават Юлаев». «Спорт-ФМ» 100% хоккея. Так, продолжаем мы наш разговор. Уважаемый Владимир, а супруг Дарьи говорил прогноз на сегодняшний матч? Не слышал, не могу вам пока сказать. Это нам уже присылают сообщение на WhatsApp. Опять судьи обратили на себя внимание. Да вы знаете, с одной стороны, я бы не стал все сваливать только лишь на судейство. Но давайте вспомним, что были удаления, допустим, в овертайме. Да, были два момента и два удаления в составе команды
Салават Юлаев. Но и в том же первом овертайме разве Уфа не получила численное преимущество? Разве не было у команды Салават Юлаев возможности решить исход этого противостояния, пусть даже в овертайме? Давайте вспомним по ходу матча, сколько было удалений, да, и в одну, и в другую сторону. То есть, в принципе, могли решать как те, так и другие. Поэтому я на судей говорить про работу судей сейчас бы совершенно не хотел. А далее мы с вами постепенно будем переходить уже к сегодняшнему матчу. Матч сегодня у нас номер 2, западная конференция. Хоккейный клуб ЦСКА будет принимать вновь питерский СКА. Напомню, 1-0 в этой серии ЦСКА пока выигрывает. Первый матч завершился победой московских армейцев 3-0. Сегодня продолжение. Ну, еще раз напоминаю, что вчерашний матч затянулся у нас с вами. 90 минут чистого времени команды провели на площадке. И Магнитогорский Металлург одержал победу. Сегодня и разыгрываем. Итак, вопрос, в общем, достаточно, наверное, простой будет для вас, для тех, кто следит за хоккеем. Все очень просто. Здесь надо внимательно просто послушать. Итак, что объединяет эти матчи и какой матч надо сюда будет добавить? Итак, Металлург Магнитогорск Авангард, Торпедо Нижний Новгород Салават Юлаев, Северсталь, Локомотив. Каких двух матчей здесь еще не хватает, на ваш взгляд? Вот какие здесь два матча должны еще быть, и что эти матчи все объединяет? Еще раз повторюсь, да, о чем я говорил. Итак, Северсталь, Локомотив, Торпедо, Нижний Новгород, Салават Юлаев. И дальше Металлург Магнитогорск, Авангард. Каких двух матчей здесь не хватает и что эти два матча объединяет? СМС-портал 5533. Начинается со слова «спорт». Принимаются только СМС-ответы. Только на СМС-портале, номер которого 5533, начинается со слова «спорт». Каких двух матчей здесь не хватает и что их объединяет, друзья мои? Поехали! И вы получите два билета на матч вашей любимой команды. Итак, повторюсь еще. Вот есть несколько матчей. Северсталь, Локомотив, Торпедо, Нижний Новгород, Салават Юлаев и Металлург Магнитогорск Авангард. Каких двух матчей не хватает в этом списке? И что эти матчи объединяет? Поехали! Ну, а я продолжаю наш разговор. Если есть вопросы, с удовольствием буду на эти вопросы отвечать. Тимур написал, что Миронова недолюбливает Салават Юлаев. Есть такое мнение. Ну, Тимур, я бы совершенно с вами не согласился. Вот только что Дарья рассказывала про Светберга, которого почему-то не любят, к сожалению, может быть, уфимские болельщики. Поэтому, не знаю, не могу вам сказать. Почему она недолюбливает? Все нормально, абсолютно. Владимир написал: «Магнитка завтра разгромит Салават Юлаев 4-1. Это должно случиться». Ну, вы знаете, я тоже думаю, что завтра овертайма в этом матче не случится. Его не будет, и я думаю, что завтра одна из команд победит именно в основное время. Ну, это, опять же, мое мнение, могу и ошибаться. Поехали дальше. Что у нас еще здесь интересного? Ну, кто муж у Дарьи, я думаю, сама Дарья пусть рассказывает. В общем-то, у нее спрашивайте, вот появится в эфире, спросите. Так, дальше, еще раз вопрос на нашу СМС-викторину. Не забывайте, четверг, и мы разыгрываем два билета на матч с участием вашей любимой команды. Итак, Северсталь, Локомотив, Торпедо, Нижний Новгород, Салават Юлаев, Металлург, Магнитогорск, Авангард. Каких двух матчей не хватает в этом списке? И что эти матчи объединяет? Вот такой вот, в принципе, достаточно легкий вопрос я вам задаю. Ну, я думаю, вы на него ответ обязательно найдете. Ну, а те, кто найдет первым ответ на этот вопрос, получат два билета на матч с участием вашей любимой команды. Ответы присылайте только лишь на СМС-портал 5533, начиная со слова «спорт».
Далее в нашей программе мы, естественно, поговорим с вами и с другими экспертами, которые поделятся своим мнением от сегодняшнего предстоящего матча между командами ЦСКА-СКА. Также вы можете свое мнение высказать. 276-0-93-2, 276-1-93-2, код города Москвы 495, номер смс-портала 5533. Начинается со слова «Спорт». Наша страничка «Спорт.ФМ» ВКонтакте, раздел «100% хоккея». А вот у меня есть мнение, да, вот мы все сейчас ругаем Илью Ковальчука, вот Ковальчук у нас такой, Ковальчук-сякой. А давайте обратим внимание, например, на игру Вячеслава Воинова, который двукратный обладатель Кубка Стэнли, которого мы здесь все прекрасно ждали. Ну вот, давайте посмотрим, а что сейчас демонстрирует Вячеслав Воинов, да? Почему мы критикуем только Илью Ковальчука? Потому что, с одной стороны, да, это звезда, а не забывайте, друзья, а Воинов-то у нас двукратный обладатель Кубка Стэнли. Но вот у меня сложилось сейчас мнение, что, да это и об этом многие, опять же, говорят. Вот смотрите, насколько сейчас игра Ильи Ковальчука, игра Вячеслава Воинова далека, там, я не знаю, от его лучшей игры, когда он там находился в Лос-Анджелесе. И что мы сейчас видим? Постоянные провалы в обороне, постоянная потеря позиции, постоянно человек не успевает возвращаться, если убегает в атаку. И вот тут у меня вопрос возникает к тренерскому штабу сборной России. Просто вот мы сейчас собираем на Кубок мира сборную. Вот там на Кубок мира в этой сборной есть еще один кандидат — Андрей Марков. Вот что объединяет Вячеслава Воинова и Андрея Маркова? Понятно, что Марков защитник в игре в большинстве просто без вариантов, да, классный, хороший. Но вот те, кто смотрит матчи Национальной хоккейной лиги, они наверняка замечали, что с Марковым всегда играет, ну, в основном в паре играет с ним Пикей Субан, который успевает с ним отыграть в большинстве там в зоне соперника, который успевает в случае неправильных и поперечных передач Андрея Маркова вернуться назад, закрыть там дыру или брешь в обороне, которая появляется из-за того, что Андрей Марков не успевает, потому что уже 37 и уже по скорости уступает достаточно многим. Это раз. Вот то же самое, в принципе, мы сейчас говорим о Вячеславе Воинове. Вот в этой ситуации, да, команде СКА Санкт-Петербург, помимо Воинова, надо было еще и подписать Дрю Даути, который бы страховал славу Воинова, который не успевает возвращаться в оборону. Да, и еще что можно по Дрю Даути сказать? Ну, это, собственно говоря, как молоток, который носится туда-обратно. Да, вот 60 метров у него есть, и вот он отрабатывает по своей бровке. Он успевает и в нападение сбегать, и вернуться в защиту, потому что, в общем-то, и со здоровьем проблем нет, да, и достаточно молодой, но уже достаточно опытный игрок. Вот человек, который успевает и там отработать. Человек, который успевал отработать и исправить косяки славы Воинова, которого сейчас некому исправлять. Ну вот нет такого игрока, и все. Нету такого защитника сейчас у СКА, который бы успевал закрывать его еще и косяки, да? А они есть. А мы вот сейчас говорим только про Илью Ковальчука, но вот никто не обращает внимания на игру той же обороны хоккейного клуба СКА. Да, Вячеслав Воинов, Антон Белов, они были хороши в матчах с «Локомотивом», они были хороши в матчах против московского «Динамо». Я не говорю, что они сейчас сыграли плохо, тем более это одна игра, которая абсолютно еще ничего не решила. 1-0 только в этой серии. Но вопросов у меня много по игре этих хоккеистов. И по игре обороны в том числе. И по игре Славы Воинова в отдельно взятых эпизодах, да. Когда, казалось бы, ну вот двукратный обладатель Кубка Стэнли, бери инициативу на себя, тащи команду, ты защитник, да. У тебя, в общем-то, помимо всего прочего, разрушать ты еще должен и начинать атаки. Начинал ли их Воинов? Я не заметил, честно вам скажу. Поэтому винить во всех бедах одного Ковальчука, который тем более сейчас не играет, ну, смысла нет. Новости у нас. Реклама. Соскучился по жарким странам? Приходи в Тики Бар. Окунись в атмосферу гавайского праздника прямо в центре Москвы. Экзотические блюда и зажигательные танцы. Тики Бар. Яркий отдых каждый день. Метро Баррикадная, 495-767-8702. Тикибар.ру. Мы работаем круглосуточно. 18+. Пришло время изгнать дорогой домашний интернет. Возьмите рубль и повторяйте за мной. 8-800-700-8000. 8-800-700-8000. 8-800-700-8000. Добрый день, компания Билайн. Слушаем вас.
Избавиться от дорогого интернета в доме просто, если у вас есть рубль. Достаточно набрать 8 800 708 тысяч и оставить заявку на подключение домашнего интернета и ТВ. Билайн. Просто удобно для тебя. Телефон рекламной службы «Спорт-ФМ» 620-46-64. Код Москвы 495. Словарь спорта. Самбо – это сокращение, означающее «самооборона без оружия». Самбо – это боевое искусство, созданное в Советском Союзе для обучения сотрудников органов обеспечения правопорядка. Основы самбо заложил дзюдоист Василий Ощепков, а его ученики дополнили дисциплину приемами, задействованными из национальных единоборств разных стран мира. Система подготовки молодых самбистов предусматривает не только обучение их бойцовским приемам, но и воспитание в духе патриотизма. Словарь спорта. Спортивные легенды на Спорт-ФМ. Про знаменитого промоутера бокса Дона Кинга можно сказать множество разных слов. И почтительных, и неуважительных. Когда-то его считали просто болтуном со стогом сена на голове. А он однажды взял и опрокинул весь бокс с ног на голову. Именно он организовал в Киншасе бой между Мухаммедом Али и Джорджем Форманом. Как Кинг познакомился с диктатором Заира Мабуту Сесе Секо, никто не знает. Как он сумел выпросить у вождя 10 миллионов призового фонда, вообще непонятно. Но когда Форман и Али подписывали контракты, у Дона еще не было ни цента. Кинг сумел заразить обоих идеей некого большого черного дела, за которое они должны были сразиться. Ну а Мабуту он убедил, что это шанс рассказать миру о его молодой стране. Бой получил название «Грохот в джунглях». И трансляцию смотрел весь мир. Битву двух исполинов выиграл Мухаммед Али, а Дон Кинг выиграл целую жизнь. Ритмы спорта на Спорт-ФМ. Ледовый дворец, Минск-арена. Хоккейный клуб «Динамо Минск». Гимн клуба. Шайбу, клюшки на лед, шайбу, волю, кулак. Выход не выдал взлет, мета у всех одна. Бело-синий наш тяг. Спорт-ФМ. Радио с мужским характером. Сторона от Казарменного переулка до улицы Новый Арбат. И здесь вы простоите 44 минуты. Будьте внимательны, ищите варианты объезда пробок. Я Дмитрий Дерунец. А я Нобель Арустамян. Мы давно в футболе. Мы давно знакомы. Пришло время говорить серьезно. 100% футбола на Спорт-ФМ. Каждый будний день с 5 до 7 вечера. Спорт-ФМ. 100% хоккея. Еще раз всем привет, всем добрый вечер. Вы на волнах Спорт-ФМ, и мы продолжаем наш разговор на хоккейные темы. Ну и, наверное, самое время так уже приблизиться к матчу между командами СКА и ЦСКА. И как раз на эту тему мы поговорим сейчас с хоккейным обозревателем сайта чемпионат.ком Игорем Брагиным. Интервью. Игорь, привет. Здравствуйте, Владимир. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Игорь, второй матч между хоккейными клубами ЦСКА и СКА. Вот первый вопрос, что ты сегодня ждешь от этой игры? Вот ожидания. Ну, наверное, в первую очередь я жду того, сможет ли... Я жду решений Зубова в первую очередь по самой тактике, по тому, как они будут нейтрализовывать вот эту схему, по которой действуют армейцы. Это агрессия. Это скорость. Вот очень интересно будет посмотреть, что сможет СКА сегодня противопоставить этому агрессивному, силовому, тотальному, если вот можно так выразиться, хоккею. А в первом поединке мы, скажем так, ничего любопытного и ничего интересного в игре, к сожалению, в игре команды СКА не увидели. Вот, и сейчас прям можно будет проводить параллели, особенно если ЦСКА сегодня одержит победу, можно будет проводить параллели все-таки с прошлым годом. Так или иначе, у тренерского штаба СКА, у Быкова и Захаркина нашлись аргументы. Все-таки сумели они достать из своей команды резервы. Вот сможет ли это сейчас сделать Зубов, это чрезвычайно интересный вопрос.
Ну да, я как раз вспоминаю, если вот ту серию, там же не то чтобы неожиданно, но по крайней мере Торресен, Мортенсен, да, помнишь, все-таки они вернулись, что называется, в серию, они заиграли. И очень многое тогда зависело и от них в том числе. Вот сейчас легионерское звено, кто у нас там, Каскеранта, Мозес и Линдстрем. Да, вот Линдстрем пока меня вообще не убедил. Он меня и по ходу регулярки-то не особо впечатлил. А сейчас человек вообще потерялся. Ну, в любом случае, можно говорить о том, что плей-офф и регулярка, сейчас сыграю капитана очевидность, плей-офф и регулярный чемпионат – это несколько разные блюда, можно так выразиться, и на примере того же Юри Лехтера, который в свое время играл в команде «Сибирь» и заслужил от болельщиков негатив именно по этой причине, блистая в регулярном чемпионате, он достаточно блекло выглядел в плей-офф. Все-таки там действительно другой хоккей, и это не просто слова. Тот же ЦСКА, с которым команды западной конференции встречались на протяжении регулярного чемпионата, это совсем другая команда, чем тот ЦСКА, который бьется и сражается сейчас. Этот ЦСКА намного злее, намного быстрее, намного выносливее. Команда готовилась именно вот к этим решающим сражениям. Квартальнов, судя по тому, что происходит, извлек уроки из прошлогоднего фиаско, по-другому назвать вылет из финала конференции после того, как ты повел в серии 3-0. По-другому не назовешь. И вот сейчас команда ровная, команда может выстрелить любым звеном. Все бьются, все играют в тело, никто никуда не прокатывается и не дают просто поднять голову сопернику. Это было заметно по тем моментам, которые были при игре в большинстве у СКА. Команде не дали катать шайбу по своей зоне, по периметру московских хоккеисты. И, собственно говоря, всех козырей, быстрое движение, пас и так далее, подопечные Зубова были лишены. Там была очень высокая плотность, встречали высоко, растаскивали по бортам и практически не позволили ничего сделать команде в большинстве. Хотя это лучшее большинство в плей-офф, как всеми признано, ну, собственно, и статистикой в том числе. Это точно. Игорь, вот там тут с тобой вопрос задают. Как хоккеист может разучиться играть? Воинов прекрасно забивал и отдавал в Национальной хоккейной лиге. А тут и аж три знака вопроса. Вот что бы ты мог сказать, да, если не обращая внимания вот сейчас на то, что я зачитал, по игре Славы Воинова? Вот по первому матчу финала Западной конференции. Я бы не стал говорить... Ну, во-первых, я бы не стал... оценивать его игру по количеству забитых шайб, отданных передач. На самом деле, в плей-офф, вот именно в плей-офф, вот, то же самое, что происходило с ЦСКА, наверное, я могу провести параллель вот непосредственно с игрой Славы Воинова. Он приехал, у него было некоторое время на адаптацию. Сейчас он полностью исполняет те указания, которые дает тренер. Он реальный мастер. Конечно, не очень привычное для человека, который несколько лет проиграл на маленьких площадках, вот европейский формат. Ну, я не вижу в его действиях серьезных ошибок. Напротив, он на самом деле грамотностью, жесткостью и мозгами своими хоккейными, он быстрее соображает. Вот это то, чему его научили в НХЛ, очень быстро соображать и принимать решения в крайне ограниченный временной отрезок. И самое главное, под давлением. И то школа, которую он прошел на тот момент действительно лучшей команды лиги НХЛ Лос-Анджелес Кингс, она вот прямо сейчас сказывается, и я бы не сказал, что он разучился играть. Нет. Ковальчук тоже не разучился играть. Возможно, у Ковальчука просто пропала мотивация в определенный момент. А это проблема, я думаю, главного тренера. Знаешь, вот тут нам сейчас говорят, вот, как же так, да, Ковальчук. Но, с другой стороны, Быков и Захаркин находили с ним общий язык? Находили. А Зубов, ну, это, опять же, я говорю, это проблема тренерского штаба. Это им решать, почему у них игрок не может достать там или найти какую-либо мотивацию. Все-таки, я думаю, это и тренерский штаб в этом тоже должен участвовать, что называется. Ну, все-таки здесь, на мой взгляд, небольшая ремарка на этот счет. Всеми памятные два гола Ильи Ковальчука на чемпионате мира, которые стали золотыми. Полная реабилитация, соответственно, тренерского штаба. Но там было очень много мастеров, и там мы в большинстве матчей имели возможность, скажем так, на ошибку и держать в составе этого человека. Здесь совершенно другая ситуация. Здесь человека, от которого можно, там ждешь и, может быть, и не дождешься чуда,
при данных обстоятельствах, при вот ценности момента, так скажем, наверное, Зубов принял решение, он выбрал меньшее из двух зол. Давай немножечко с тобой переместимся в Восток, да, на Восток, в Магнитогорск. Первый матч завершен. Вот как ты думаешь, что мы можем ожидать от матча номер два, если так уже перебросить мостик, в завтрашнюю встречу между командами Металлург-Магнитогорск, Салават-Юлаев, потому что вот сейчас, знаешь, смотрю, и многие говорят, что завтра Магнитка должна побеждать в основное время. Вот как твое мнение на этот счет? А вот я полагаю, что «Магнитка» завтра будет играть вторым номером. Угу. Потому что почему, вот, да? Объясняй. Салават это точно... А? Я говорю, объясняй, почему. Салават, очень быстрая, подвижная команда. Вот на данном этапе, когда много об этом писали, в том числе, вот опять же скажу о том, что вот мы делали превью, и там вот именно об этой возможности Мозякина решить один эпизод за весь матч, вот это вот самая большая сила команды, я имею в виду Столиваров. И здесь достаточно ребят, которые могут решить один момент. И они достаточно хорошо играют, очень плотно в защите. Если сейчас чуть-чуть дать возможности подвигаться Салавату, Салават может задохнуться, реально задохнуться, потому что ну, вот команде сейчас просто жизненно необходимо побеждать. Согласен. Даже несмотря на то, что они дома два матча. Вот проиграй сейчас, ты облекаешь себя, даже если ты с оптимизмом смотришь в будущее, ты облекаешь себя на тяжелейшую борьбу. И вот в этой борьбе Салават может не сдюжить. Поэтому им сейчас будет больше возможностей, больше желания, больше настроя атаковать. Тем более вот эти разговоры о судействе, вот это вот нагнетание обстановки, вот этот нерв, который сейчас ощущается внутри коллектива из Уфы. Вот именно это все сподвигнет команду идти вперед и стараться играть первым номером, стараться действительно обыграть, переиграть «Магнитку». И вот в такой игре, затянув Салават в эту игру, успокоив эту команду, сдержав первые несколько, там, 7-10 минут, и после этого уже решить свои вопросы. Ну, я, честно признаюсь, полагаю, что, во-первых, «Магнитка» победит, а во-вторых, что будет вот именно такой завораживающий за... скажем так, хоккей, которым они постараются их затянуть, усыпить, ну и, в общем-то, решить все свои вопросы. Игорь, спасибо тебе огромное. Все по полочкам разложил, как всегда. Очень интересно и твое мнение выслушать. Это был Игорь Брагин, хоккейный обозреватель сайта чемпионат.ком. Его мнение. Ну, а в четвертой части нашей программы мы вернемся немножечко назад, вернемся во второй раунд, и есть что вам еще рассказать. Но, естественно, подведем итоги нашей хоккейной викторины, так что никуда не уходите, оставайтесь вместе с нами. Совсем скоро у нас очередной выпуск новостей, ну, а далее, естественно, мы продолжим наш разговор на хоккейные темы. Ну, и не забывайте, что сегодня в 19:30 встречаются во втором матче плей-офф финала Западной конференции хоккейные клубы ЦСКА и СКА. Страна, мир. Ты съездил на суперсерию «Россия-Сечил». Вот что из этого наиболее ярко ли запомнилось? Какие впечатления? Конечно же, дебют в КХЛ был самым эмоциональным для меня. Эмоции, конечно же, зашкаливали. Старался показать себя на все 100%. Этого игра не шла. И еще тренер был не совсем незнаком, поэтому не мог настроиться на все 100%. Насколько все-таки это важна фигура тренера, когда ты стал работать уже в КХЛ с Орешкиным? Насколько тебе легче стало? Стало легче гораздо больше, потому что ты знаешь этого тренера 4 года, он знает полностью твою игру, и ты как бы не боишься ошибиться, а просто стараешься показать себя, как можно лучше играть в свой хоккей. Орешкин славится тем, что всегда у него команды очень дисциплинированно играют, и, в общем-то, всегда грамотно распределено игровое время, доверие молодежи. Как ты считаешь, в следующем году, кто из твоих знакомых, с кем ты играл, скажем, в МХЛ, кто бы мог вот пополнить, усилить команду? Артем Волков в начале сезона присутствовал в первой команде. Сейчас его спустили, и он, по
словам и тренеров, и игроков, показывал там хороший хоккей. Я думаю, его подтянут на следующий сезон. Ты впервые зайдя в раздевалку, там, где Еременко, где Терещенко, Гравяков, другие ветераны, вот ты себя все-таки как, совсем таким юнцом зеленым чувствовал или нормально приняли, хорошо все? Первое время, конечно же, чувствовал себя зеленым юнцом. Боялся сказать, ляпнуть что-то лишнее, потому что имею большое уважение к этим людям. Они все заслуженные, конечно, мастера для меня. Потом уже привык, где-то через месяц уже вошел в коллектив, стали со всеми общаться, старики начали подсказывать, все пошло гладко. Самое главное отличие между молодежной лигой, высшей лигой, континентальной лигой, ты в один сезон в трех соревнованиях сыграл, где сложнее физически? Конечно, в КХЛ. Выше скорости, больше силовой борьбы, даешься на 100%, больше устаешь. А вот вышка что из себя представляет? Это она немножко так меньше известна нам, что там, вот какой хоккей там? Именно в вышке, в принципе, хоккей похожий. Если по сравнению с молодежкой, то в молодежке надо просто больше бегать, меньше тактики, а в ВХЛ, конечно же, уже включаешь голову, стараешься больше работать на тактику, на какую-то позиционную игру, тактическую. Ну и в КХЛ, в принципе, так же, как и в ВХЛ, но, соответственно, больше скорости, больше силовой борьбы, больше ответственности. А расскажи немножко, как съездили на суперсерию, на молодежную сборную, какие впечатления от этого? От этого впечатления только негативные, потому что, на самом деле, провалили серию, было очень стыдно. Мы не подготовились, а особенно мы, динамовцы, могу, в принципе, сказать за всех то, что сыграли очень плохо и не оправдали ожиданий тренера. В чем причина была, как ты считаешь? Недонастрой какой-то психологический? Психологически было, конечно же, тяжело. И плюс, как только мы прилетели, мы были все на усталости, потому что все ребята на то время пробивались в КХЛ, отдавали все свои силы. И мы приехали, конечно, все потрепаны. Ну и поэтому физически было очень тяжело. Ну и мы эмоционально, конечно, сами недонастроились. Вернемся в КХЛ. Ты хорошо запомнил первую шайбу, которую забросил? Расскажи, с кем играли, что, как произошло? Играли со СКА питерским. Игра, в принципе, складывалось удачно для нас. Мы вели в счете, и мне, конечно, довелось поставить заключительную точку в этой игре. Илья Шипов выдал мне, конечно, грандиозную передачу. Я как-то на эйфории подстроился, забил. Поэтому это очень сильно запомнилось. Были просто непередаваемые ощущения. «Динамо» в этом году, как ты считаешь, сыграла на своем уровне, выше, ниже своих возможностей? У «Динамо» в этом году были большие изменения. В частности, потому что пришло много молодежи. Мы старались как бы поддержать команду, как-то завести ее. И старики нас направляли, старались нам тоже помочь. И, в принципе, мы выступили достойно. Но, конечно же, не настолько достойно, как хотелось бы. Но есть над чем работать. Я думаю, в будущем все будет отлично. В «Динамо» в основной команде ты с кем чаще выходил на площадку? В каком сочетании? Мы сыграли с тройкой. С Ильей Шиповым и Максимом Карповым. В этом сочетании мы очень много игр сыграли и достаточно много шайб забили. А в раздевалке в «Динамо» вот кто из игроков, кто из ветеранов, может быть, кто самый непререкаемый авторитет? Лично для меня Юрий Бабенко наибольший авторитет в команде. Больше всех нам помогал, больше всех советовал и подсказывал. Его слово, можно сказать, закон для нас. Что больше всего от тебя требовали в играх в этом году? На что просили обратить особое внимание? Конкретно такого задания не было. Мы молодежь, мы как двигатель команды, мы должны заводить ее, поддерживать скорость, силовую борьбу, в частности, напор, агрессия, злость. Все это должны проявлять мы. Старики должны, конечно, исполнять свое. Вот эта серия со СКА уже в плей-офф, она могла сложиться по-другому, как считаешь? Конечно. Могли выиграть, могли дожать их. Где-то совершили ошибки, где-то неответственно отнеслись к голевым моментам, также к удалениям. Это привело нас к поражению. Какой матч ключевым был, как ты считаешь? Ключевой был каждый матч. За каждый матч мы выходили и старались биться на победу. Поэтому тут какой-то матч нельзя выделить. Каждый матч в этой серии был очень важным. За прошедший сезон, вот если так объективно посмотреть, по пятибалльной шкале ты сам бы себе какую оценку поставил? Себе, наверное, 4. Чего не хватило до пятерки? Нельзя всегда ставить себе высшую оценку. Всегда надо расти, всегда надо к чему-то стремиться. Поэтому я себе никогда не поставлю, наверное, высшую оценку. Ты всю жизнь играешь в России. Не было желания, вот как многие твои сверстники в свое время, там, уехать в канадскую юниорскую лигу? Может, варианты какие-то были? Нет, я для начала хочу добиться большого успеха на родине, а уж потом жизнь покажет. Как ты считаешь, вот сейчас, когда осталось совсем немного до окончания розыгрыша Кубка Гагарина, по твоему мнению, кто, Запад или Восток, кто выиграет? Не могу даже такое предсказать. Все команды показывают высший уровень хоккея, и поэтому как бы за всеми надо наблюдать,
смотреть. Лично мое мнение, что это не предсказуемо. По поводу этого сезона понятно. Но все-таки, что нужно следующий сезон сделать, чтобы ты хотя бы мысленно приблизился к тому, чтобы себе поставить лучшего цель? Проявлять больше уверенности в игре на поле и, конечно же, добавлять физики, потому что мы игроки молодые, во многом уступаем старшим за лето. Это все можно поправить, исправить, добавить. Другом нюансов никаких нет. Ну и в завершение. Болельщиков «Динамо» очень много в стране. Что им ждать в следующем году от команды? Что ты можешь сделать для этого, чтобы их порадовать? Чтобы порадовать болельщиков, я сделаю, конечно же, все. Будем стараться показывать отличный хоккей динамовский. Дисциплинированную игру, ответственную. Конечно же, красивые голы, красивую игру. Это был Иван Игумнов, нападающий хоккейного клуба «Динамо Москва», который подвел итоги и для себя, и, наверное, для команды, и заглянул в будущее. «Спорт-ФМ» 100% хоккея. Ну, не так уж и много времени у нас остается до конца нашей программы. Совсем скоро мы подведем итоги нашей хоккейной викторины. И обязательно получите вы 2 билета на матч с участием вашей любимой команды. Вот так вот раз, и у вас 2 билета будут, и вы пойдете на хоккейные матчи. Ну вот, их не так много, в общем-то, и осталось. Здесь вполне возможно, что совсем скоро, да, вот серии уже перейдут в финальную стадию, где будут биться за Кубок Гагарина. Но для начала надо завершить финалы Востока и Запада. А эти матчи только-только стартовали. 1-0 в серии выигрывает «Магнитка» и 1-0 в серии выигрывает ЦСКА «УСКА». И сегодня здесь, в Москве, второй матч, о котором подробным образом на волнах «Спорт-ФМ», начиная с 19:30, будет уже рассказывать коллега Артем Дроздов. Ну а теперь приготовьтесь, самое время подвести итоги хоккейной викторины. Давайте напомню вам вопрос. Вопрос, в принципе, был достаточно простой. Торпедо Нижний Новгород, Салават Юлаев. Металлург Магнитогорск, Авангард. Северсталь, Локомотив. Что объединяет эти матчи и каких двух матчей здесь не хватает? И у нас есть победитель. Его номер телефона заканчивается 4 последние цифры 71-19. Он прав. Лев Донбасс и Адмирал Металлург Магнитогорск. Самые продолжительные матчи в континентальной хоккейной лиге в плей-офф. Ну что ж, поздравляем нашего радиослушателя. Обязательно с ним свяжемся, и он получит 2 билета на матч с участием своей любимой команды. Так что у него есть возможность кого-то еще с собой и пригласить на этот хоккейный матч. Появилась действительно сейчас информация. Я смотрю, здесь уже много вопросов. Неужели правда Илья Ковальчук поедет в Китай? Вы знаете, ну, с одной стороны, дыма-то без огня не бывает. Понятно, что раз эта информация появилась, значит, есть какие-то разговоры и слухи. Но, с другой стороны, сейчас, например, появилась информация, что Александр Фролов, игрок нижегородского «Торпедо», тоже отправляется в Китай и продолжит свою карьеру там. Михаил Анисин, который тоже может продолжить свою карьеру в этом новом китайском клубе. Так что вот так вот. Не только Илья Ковальчук, но с другой стороны, да, вот громкое, какое громкое приобретение для Китая будет Илья Ковальчук. С другой стороны, а почему бы и нет? Там на него будут ходить смотреть, на него будут собирать кассы. Это деньги, это продажа хоккейной атрибутики. Тем более Илья Ковальчук долгое время отыграл в национальной хоккейной лиге. Поэтому я думаю, здесь, в общем-то, достаточно интересно. И вообще будет посмотреть интересно на вот эту всю экзотику. Самое интересное, а будут ли вообще китайцы в этом китайском клубе? Ну, наверное, несколько человек-то точно будет. С другой стороны, придется вот тащить легионером на себе эту китайскую команду. Что касается меня, то, в принципе, мне просто, знаете, вот в диковину, да, посмотреть, как этот китайский клуб будет себя чувствовать здесь, в континентальной хоккейной лиге. Мы привыкли, что к нам присоединяются клубы из Чехии, из Словакии, там вот из Швеции одно время хотели присоединить клуб, а здесь вот из целого Китая, да, представляете, китайская команда континентальной хоккейной лиги. С другой стороны, ну, опять же, посмотрим, что из этого проекта получится. У нас был уже хоккейный клуб «Лев», да, который просуществовал некоторое время, после чего пропал, собственно говоря, и теперь уже такого хоккейного клуба на просторах континентальной хоккейной лиги нет. Я, Владимир Дегтярев, с вами прощаюсь, встретимся завтра, всем пока, всем до новых встреч, увидимся, как всегда, на хоккее.